делать, ну что ты, и вот так вот плечом, да, плечом не раз, опа. Лучший бой – это не состоявшийся бой. Философия боевых искусств на первом месте ставит не нанесение ударов, не выставление блоков, а ставит предотвращение конфликта. И вот один другому не уступил. И дальше, ну что ты, и вот это начало конфликта, и драка. В машине правило 3D – дай дорогу дураку. Что скажет боксер? И сразу же он провел... Идет в горло. Мы бьем не в челюсть, мы бьем его в горло. Отличительная особенность боя голыми руками. Удары можно просунуть. Их можно просунуть сквозь перчатки. Их можно пробить в затылок. Удары также наносятся вниз живота. Челюсть, мы бьем его в горло. Две точки. Первое — это пах. Это горло. И это глаза. То есть... Опа. Этот конфликт решил бы боксер. Но по принципу битие отключает сознание. Он, кто бы сказал, я бы с правой провел бы, левый прямой, возможно, удар в печень. Пример осадил. Техника основана на шокирующем воздействии. Раз и... Мы взяли на удушение, взяли удушающий контроль. Стучи. Раз, два. Если... И сразу же. И теперь, опа, вот здесь, конечно, голова сразу ее сейчас сломают. Я его раскрыл. Опа. Ему сюда по затылку брать. Раз, два. И вот, вот оно. Боксерски просто в нос. Вот. Смотри, сюда прошло. Раз, два. Видно, я сюда дал. Сюда дал. Сюда дал. И... Раз. Отсюда техника удушения. Нанесение ударов, удушение, та же самая, оп, гильотина. Техники болевого контроля. Элемент и управление. Проходишь, даешь плечом. Проходишь, Вот идет один навстречу другому, да? Идет там. Слышь ты. Я его пропустил. Раз. Второй момент. Оп. Смотрите. Проходи. Я добавляю скрутку. Раз. Два. Раз. Смотрите, прихватил. Шея сразу сломывает. Посмотрите, вот это движение. Все, шейных позвонков нет уже. Я выбиваю опору и сразу же, сорюсь, выбил, и сразу же вот сюда его. Какую-то борьбу. Отсюда бью сразу, отсюда бью. Не борюсь с ним. Сразу же взял, вот они схватил. Да не буду, сразу отсюда с короткой, отсюда сразу бью. Отсюда бью. Рядом сразу с локтями, отсюда бью. Солнечное сплетение. Сонная артерия. Кадык. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7. Тут бы сел. Когда бью, опять же, задаю какой-то угол под 45 градусов вниз. Но сейчас только удар наносил вот этой частью. Я не подключал ничего другого. Ноги. Ха! И в какой... Смотрите, да. Только сделаю как бы чуть доворот. Вот, ушел! Если у человека нож, нужно очень жестко бить по зонам. Я вхожу направо, посмотрите. Вот сюда бить нельзя, потому что сердце, оно подвешено. Веревочки, и если вот этот я не бью, если вот сюда дать, сердце может провалиться. Это стандартная комбинация с ММА файтинг. Да, вы видите? Мы имеем время. Опа. То есть раз, в реальности это было вот сюда. Раз, и все. Применение жесткой силы ударной техники. Раз. Удары, которые наносятся по зонам и точкам. Удушающих приемов. Вот. Отсюда.
контроль. Контроль. Отсюда. Здесь мы ближнего боя на основе самообороны и ножевого боя. Область печени была. И мягкая самооборона, самозащита, направленная на использование энергии, инерции противника, это более мягкие стили. Дальше применяю технику, то, что демонстрировалось спортивного самбо. Два. Раз, два. Также я его забираю. Раз. Оп. Вот вам айкидо. Вот вам бокс. С его позвоночником. И я его повел, как самолет, на посадку. Дальше применяю технику, то, что демонстрировалось спортивного самбо. Раз. Оп. Вот вам айкидо. Вот вам бокс. Вот карате. Посмотрите, вот вход лоу-кик. Вот вам бокс. Вот карате. Посмотрите, вот вход лоу-кик. На сегодняшний момент система комплексная, которая включает в себя лучшие техники бокса, кикбоксинга, карате, самбо, дзюдо, джиу-джитсу, адаптированные для уличной самообороны, а также техники боя на основе ножевого боя и более мягкие техники на основе айкидо, тайчи, даже русского стиля. В системе есть жесткие техники, но в системе есть и мягкие техники, они для людей более пожилых, для молодых, для тех же девушек, да? Использование энергии, инерции противника и работа с его программами. Я начинаю. Сломал. Я работаю с его программами. Опа! Ты, бля! Глаза, горло, пах — это воздействие. И удушающие приемы. Опа! Валя, убегай! Опа! Валя, что ты? Опа! Здесь! Бег, сразу же его туда. Смотрите, бег, то есть вот. Все, вот, не надо. Вот, ушел. Атмен. Это уход. То есть наношу просто вот сюда. Комплексная система. Применение жесткой силы, ударной техники, применение удушающих приемов, удушающие техники, различные техники болевого контроля, мягкие техники. Я ушел. Оп. И... О, бля! Саша, выдыхай. Дыши. Ничего, ты пошутил, бля. Расслаблен. Меня зовут Владимир Руды, занимаюсь уже более 20 лет тэквондо, черный пояс под бокс, ю-юцу. Вот удары снутри, которые идут, я их почувствовал, они очень жесткие удары, и они от души, скажем. Уши были, отсюда, здесь, по ушам, допустим, отсюда. Вот, на рефлексе. Посмотри, перевел сюда. Отсюда уже перевел жизненную ситуацию. Решились как бы ударить, но идет какое-то выяснение отношений. Вот.
Вот это начало конфликта. Вот. Это как два барана. И, используя инерцию противника, мы начинаем от движения. Принцип использования силы противника, использования его энергии, использования его инерции. Эти методы используются как в дзюдо, допустим, гибкий путь. Это используется в айкидо и в русском стиле. И в движении. В движении. И вот на контроль. Отсюда возможно различные варианты узлы. Толчок и движение. Движение. Ух ты. О! Движение. Боевой самбо для спецподразделений, который является самым лучшим. Приглашаем вас в школы для занятия по системе ножевого боя, по системе самообороны, мягкой системе русский стиль, а также курсов саморазвития.